Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. И вот вопрос, который прозвучал. Подобные вопросы звучат неоднократно, и мы, так сказать, немножко его суммировали. Звучит он следующим образом. Какой смысл стараться жить по заповедям Божиим, например, постоянно молиться, регулярно исповедаться, если я вижу, что от меня ничего не зависит, ничего не меняется. От моей молитвы, от моего покаяния, от моего поста ничего ни вокруг не меняется. Какой же смысл? Понятный, в общем-то, вопрос, и в этом вопросе, может быть, даже звучит такая, как бы, праведный, в данном случае слово в кавычках, праведный гнев человека, да, наблюдение современного человека, что все идет своим чередом, и как бы от моей личной молитвы, может подумать тот или иной, от моей молитвы, от моего покаяния, то, что я регулярно посещаю храм Божий или соблюдаю посты, всех прощаю, стараюсь вроде бы внешне не грешить, как все, но ничего не меняется вокруг, все остается прежним. Давайте, дорогие мои друзья, вместе с вами задумаемся над этим вопросом, если кому это интересно. И в первую очередь, чтобы не от себя говорить, предложим вам размышления на основании Священного Писания. Ветхозаветные книги «Бытия» — это самая первая книга Священного Писания Ветхого Завета. Мы читаем в 19 главе о том, как праведный Лот со своей семьей, который был племянником Авраама, жил в городе Содоме, само слово «садом» стало уже нарицательным в христианской традиции. И вот описывается в 19 главе, кто из вас желает, можете даже вот хоть сейчас открыть 19 главу и, так сказать, почитать, о, о чем здесь говорится, что Лот находился у ворот Содома, и вот подходят два ангела в образе прекрасных юношей. Лот приглашает их в свой дом – предлагает им трапезу. Вначале они отказываются, но потом, тем не менее, входят. И когда они вошли, скажем так, пришельцы, гости вошли в его дом, еще не легли спать, как городские жители, содомляне от малого до старого, весь народ со всех концов города окружил дом вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Вот с такими совершенно гнусными намерениями все жители города подошли к дому праведного Лота. Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь, сказал им, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужей, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего потому что они пришли под кровь дома моего. Ну тут, собственно, известная по сей день простая истина, которая на Востоке соблюдается. Люди, вошедшие в дом, считаются твоими гостями, и нанести какой-то вред гостям, это противоречит правилам, нравственным нормам гостеприимства, и на Востоке это соблюдается до сих пор. Может быть, не везде одинаково, но тем не менее. И вот Лот готов даже пожертвовать своими двумя дочерями, лишь бы не надругались над вошедшим в его дом. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, вот пришлец, хочет нас судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку, сему, к Лоту, подошли, чтобы выломать двери. Тогда мужи те, Простерли руки свои и ввели лоток себе в дом, а дверь дома заперли, и людей, бывших при входе в дом, поразились слепотой от малого до большого, так что они измучились, искав выхода. А ангелы уже в данном случае действовали своей, так сказать, божественной силой и ослепили всех вот этих нечестивцев, которые и до этого были ослеплены безумными этими беззаконными своими пожеланиями. И вот что очень важно в контексте ответа на прозвучавший сегодня вопрос. Сказали мужи Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери твои, кто бы не был у тебя в городе, всех выведи сего места, ибо мы истребим место сие, потому что великал вопль на жителей Его ко и Господь послал нас истребить его. Совершенно недвусмысленно ангелы говорят, все, кто у тебя есть, выведи, потому что Господь нас послал истребить это место. Иными словами, ну, говоря современным языком, суд Божий уже окончательный, и изменению не поддержит. Ангелы пришли наказать истребить всех жителей этого города за совершенно явное нечестие. Вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали, хотели получается, брать за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям показалось, что он шутит. Собственно, закономерная ситуация, которая из века в век, из года в год происходит кто-нибудь из праведных людей вообще людей, нравственных, внутренне болеющих, видя какую-то беззаконие, какую-то ситуацию. Нравственный человек болеет душой, он пытается других как-то увещевать, сказать, привести в чувство, усовестить. Все над ним смеются. Никто не воспринимает всерьез слова праведного человека и вообще человека, болеющего душой за ситуацию. В любой образе, хоть в образовании, в медицине, в воспитании, в любом образе. Какой-то человек, вы сейчас это хорошо знаете сами, дорогие друзья, кто-то болеет душой, все над ним смеются. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Ангелы говорят, чтобы тебе с твоими близкими не погибнуть за беззаконие. А как он медлен, тому мужи и те ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. То есть ангел может так сказать, вот так своей даже уже не человеческой силой, а силой ангельской его вывели из этого города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Ангелы хотят спасти праведника и повеляют ему покинуть это место. Но Лот сказал им, нет, владыка, он обращается в единственном числе к этим ангелам, обращаясь к самому Богу, да, в их лице, потому что ангелы творят волю Божию, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застала меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город. Он же мал, побегу я туда, он же мал, и да сохранится жизнь моя ради тебя». То есть праведник ну, испытывая, конечно, понимая свою немощь, понимая, что в гору убежать далеко у него нет сил, просит у Бога милости, позволения в ближайший небольшой город город э, Сигор, он был так назван, укрыться там. И говорит: Да обрящая царя милость, да сохранится жизнь моя ради тебя. И вот послушайте важный ответ в контексте прозвучавшего сегодня вопроса: когда человек говорит,. От меня ничего не зависит, от моей молитвы. Ничего не зависит. Все, все идет своим чередом, ничего не изменится. Смотрите, что говорит Господь устами этих ангелов, праведников. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю и это. Не не города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Посему и назван город сей Си Сигор. Не знаю, дорогие друзья, если кто из вас регулярно читает Священное Писание, читали ли вы это место и задумывались ли вы над этим важным местом, что Господь говорит праведнику, очень важные слова, «Поспешай, спасайся, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда». Получается, что суд Божий как бы ограничивается присутствием праведника. Иными словами, присутствие праведника как бы удерживает праведную десницу Божию от совершения наказания. Немножко ранее мы видели, как сказано, что Господь послал нас истребить этот город. Ангелы говорят, мы этот город истребим, потому что Бог нас послал. И здесь сам Господь и их устами говорит, я не могу сделать это, пока ты здесь. Присутствие одного праведника, одной семьи праведника, как бы удерживает праведный суд Божий от наказания. И это было еще во время Ветхого Завета. Присутствие одного праведника. Задумайтесь над этим, дорогие друзья. Если вам, например, такое приходит искушение задать вопрос... Вот что зависит от моей молитвы? Вот, например, женщина, да, единственная верующая в семье, муж, например, неверующий, дети неверующие, в храм никто не ходит, она бедная, ходит только одна, только она соблюдает пост, никто больше дома не соблюдает только она регулярно кается, молится, все над ней э, смеются, глумятся, или по крайней мере, э, если не так демонстративно, но не разделяют ее религиозных убеждений. Она может задаться вопросом: ну что от меня зависит? Что я могу? Или любой другой человек в любом в любом обществе. Допустим, все сквернословят, все курят, все воруют, все что только не творят, все сидят в телефонах и что только не смотрят. А когда ты смотришь грязь, всевозможные твоя душа соприкасается с душой того человека, и ты вместе с ним падаешь все глубже и глубже в эту бездну. И, допустим, один человек находится среди всех и этим не занимается. И он тоже может сказать, ну что от меня зависит? Все так поступают, вот только я один, как белая ворона. Так вот вам ответ, дорогие мои друзья. Господь говорит праведнику, пока ты здесь, я не могу сделать это. Неужели всемогущий Бог, если Он уже решил уничтожить эти нечестивые города, неужели он не может их уничтожить? Может. Но Он говорит, поспешай, спасайся, потому что пока ты здесь, я не могу этого сделать. Присутствие праведного человека удерживает праведную десницу Божию. Это мы вам сейчас, дорогие друзья, предложили пример из Священного Писания Ветхого Завета. Сколько таких примеров вы можете найти в жизни? Вот зачитаю вам, дорогие друзья, из миссионерских писем э, святителя Николая Сербского. Одному адресату своего письма, войну, описывает э, святитель Николай, э, известный ему. Один известный житель Белграда рассказал мне, как Господь спас его от ареста. «Согнали нас, — говорит он, — в полицейское управление и построили во дворе». Это было во время гитлеровской оккупации Югославии. Охранники Кесаревы избивают, издеваются, заушают. Кого? Сыновей Косовских, детей князя Лазаря. Те, кого хотят интернировать, толкают в сторону и кричат «Войти в участок». Те, кого отпускают, кричат «В переулок» но тех других было меньше. Я в страхе стою и молюсь про себя. Господи, спаси меня. То есть человек молится. Он в реальной опасности. Он, он молится. Он тоже мог бы сказать, ну что от меня зависит? Что зависит от моей молитвы? Но тем не менее он молится про себя. Господи, спаси меня. Подошла моя очередь. Чем занимаешься? Злобно спросил меня солдат. Господи, спаси меня. Последний раз прошептал я и, не раздумывая над ответом, сказал, «Господин, я держу булочную и кормлю своим хлебом детей». Он несколько раз отгонял меня то влево, то вправо, пока не крикнул в переулок. «Пути всемудрого Господа неисповедимы. Тысячи и тысячи путей защиты и спасения у тех, кто ему молится». В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Это цитата из Притчи Соломоновых, 14 глава, 26 стих. «Разве не знаем мы случаи, когда у гонителя помрачается зрение и не видит он того, кого ищет погубить? Или когда заблудится, заблудится грабитель и не найдет дома, который шел ограбить? Жена одного сербского офицера свидетельствовала об этом. Она смотрела, как вражеские солдаты идут из дома в дом, грабят, ломают, уводят людей в плен. Вот пришли они уже к соседям. Что делать? Позвала свекровь и детей. Упали все на колени пред иконой святого архангела Михаила. И в слезах молились. Солдаты бесчинствовали у соседей. Вышли, хлопнула дверь. Вот сейчас войдут в ее дом. Вот-вот. Не вошли. Не дал Господь. Не напрасно молились. Выйдя от соседей, они прошли мимо дома того офицера и пошли в другой отвело их от дома, связанного молитвой с небом. И вот далее этому, этому адресату письма святитель Николай пишет далее. «Тебе потребовалось получить пулю, чтобы, оставшись живых, почувствовать присутствие Божие. А великие святые и праведники чувствовали присутствие Его даже в движениях мысли и сердца. Старайся и ты подняться до такой духовной высоты, к такому тонкому познанию пути Господних, к такому живому ощущению Бога. Мир тебе и приветствие. Так заканчивается 52-е письмо из миссионерских писем святителя Николая Сербского. А сколько, дорогие друзья, по крайней мере люди старшего поколения, могут вспомнить случай, как во время войны они были чудеснейшим образом спасены силой Божьей. Поэтому в заключение, отвечая на прозвучавший вопрос, достаточно актуальный и злободневный, что хочется сказать? Есть смысл жить по заповедям Божиим. Есть смысл жить по заповедям Божьим, даже если вам кажется, что вы один или вы одна продолжаете жить по заповедям, хотя на самом деле таких немало. И молиться есть смысл, и пост соблюдать есть смысл, и ходить на богослужение каждый воскресный день, чтобы ваш день начинался воскресный со слов «Благословенно царство», которое произносится в начале божественной литургии. И есть смысл каяться регулярно. Есть смысл жить под покровом Божиим, вопреки всему. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.